Шестикратный чемпион мира Вячеслав Василевский приходит с супругой в зал, в котором трудился много лет. На ковре спортсмены, у которых все победы еще впереди. Но сегодня Василевский здесь не для того, чтобы рассказать, как нужно побеждать. Сегодня у нас знаменательное событие. Двое членов нашей семьи, нашей боевой семьи, попадают в мой проект «Лидеры спорта». Александр Нестеров занимается боевым самбо уже 20 лет. Лидером перед всеми его называют не случайно. Он единственный, кто отобрался на чемпионат мира в Румынии со всего Приволжского федерального округа. Но впереди тяжелые сборы. Сборы – это один из главных этапов подготовки к чемпионату. Также для любого спортсмена в единоборствах есть такой период, как лесогонка. Это очень тяжелый период. Спортсменам нам это не дано, разбираться во всем этом, чтобы правильно согнать вес, как правильно питаться. Для этого нужна помощь диетолога. Диетолог, естественно, это тоже удовольствие как бы дорогое, государство на это деньги не выделяет. Спортсмену предстоит подойти к турниру с весом 57 килограмм. Сейчас он весит 64. Но теперь с диетой и подготовкой проблем не будет, ведь помогает ему человек, который не понаслышке разбирается в профессиональном спорте. Счастье большое, что Вячеслав Василевский после такой спортивной карьеры, еще не завершившейся, да, он сейчас помогает именно спорту. Причем помогает действительно бескорыстно, ну, такой с большой любовью и отдачей. Знаете почему? Потому что он знает то, что он делает. Он с детства сам этим занимается и знает, насколько важна вот эта помощь спортсмену, особенно в трудную минуту. Проект «Лидеры спорта» поистине можно назвать детищем Вячеслава. Мой проект, он очень актуален. И вот я на самом деле очень рад, что сейчас имею возможность помочь, подготовиться вот своим друзьям для того, чтобы они показали максимальный результат. Потому что это очень для них важно. Сами они все сделали и сделают там. А вот небольшой толчок им обязательно нужен. Главными спонсорами проекта Вячеслав называет генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники и правительства региона. Теперь каждый спортсмен, ставший лидером, будет получать необходимую поддержку. Игорь Мещерский, Виталий Кудрявцев. Время новостей.